Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ростова» на матч 23-го тура российской премьер-лиги, который пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле сегодня, 17 марта. «Арсенал» – Левашов, Камбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва. Запасные – Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Новосельцев, Берхамов, Буранов, Ивакин, Аджоев, Расич, Ростов, Писяков, Паршевлюк, Сигурдсон, Ингасон, Вилюш, Калачев, Сапета, Ионов, Чуперка, Скопинцев, Сигурдарсон. Запасные – Абаев, Макеев, Плиев, Байрамян, Гулиев, Зуев, Вебер, Дидюн, Шомуродов. Чемпионат проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал-Ростов». Начало встречи в 14 часов МС.